Всем привет, ребята, вы на моем канале. И сегодня мы вместе с Демиксом, с Голдином. Поздоровайся. Hello, man. Hello, man, надеюсь, вы слушаете. Будем играть на хардкоре с тремя жизнями. С модами, как вы уже поняли, тут ползают фламинго и медведи. Так, пока что начинается все спокойно. Я сразу нам предлагаю начать строить дом. Уже есть опыт один с этим модом. И лучше сразу делать домик. Да. О, только едим вафельку. И возвращаемся в путешествие. Голден потом придет. Или ты выставишься. Погнали. Я тут не сильно желаю поселиться. Прорываю по льду побежать. Бежим, бежим. В прыжке, в прыжке. Забирай тростник, он будет еще понадобиться. Так, ну ладно. Что, разделимся, что ли? А, вот обычный лес. В обычном лесу можно. Так, поехали. Поселимся вот тут. Так. Ты бы нас заплутал? Да. Есть пленка какая-нибудь, а? Так, плывем. Оп. Ты уже переплывал? Приплывал? Что приплывал? Ну, реку небольшую. Ты под водой пищал. Морской котик! Ну, ёп. Пираньи! Пипец. О, реально пипец? Так. Да, уже пробежал место. На. Спасибо. Я время зря как-то вижу, не терял. Вот тут все каменное. Очень вижу и предлагаю поселиться где-то прям вот тут. Конечно, вот тут, да? Вот. Вот тут вот это место расчистим. Видишь меня? Да, надо. У меня просто не терпит, почему? Блин. Все. Ты пугаешь? Нет? Фу, сердечко только нет. Понятно? Ну, только все жизни уже. Это, а у тебя есть верстак? Даже не думай. 3,5 снес. Ладно. Верстак есть? А у меня есть. Не знаю, ты ревел мою лопату. Трое, я буду жить. Я тут буду. Будь вместе. Да? Я здесь буду быть. Покажи, покажи. Я сзади. Сзади? Так я наверху. На дереве? Да. А, ну, кстати, прикольно на дереве. Тебя, кстати, никто не словит. Блин, ты гений. Я тебе тоже... Можно вообще, знаешь, как сделать? Можно сделать совместно... Можно сделать отдельные дома, но провести мостик к ним. Мостик типа провести, это будет очень прикольно. Ух. Окей. Или можно сделать свои комнаты, а потом будут эти мостик, и там вот центральная комната, где будут там какие-то книги, посла, пешки, там, не, ну, там разочарования, наковали, бобры, не бобры, огурцы, помидор. Можно. Ну на каком дереве хотите, или он не на дереве? Я не на дереве, я вот смотри. Я вот тут вот. Вот одну. Есть хочешь? Давай, я уже не деревья буду. Значит, их не копать. Иди, да, иди не надо, тебе будет убрать. Не копать. Не срубать. Не рубить. Не бить. Не сбивать. Здесь, смотри, вот это ведь ясен. Вот это будет комната, где у нас будут все, а вот я буду
вот вот здесь вот. Окей. Пока буду делать комнату для гусей. Ну, я хотел платформу. Совместную комнату. Ну да, все платформу. Жить-то я все равно буду в своем. Нет, нет. Ну, это будет, типа, там, такие, на ковальне, там, ну, понял, да? Я сам вот такие. Чё, беги. Паркур. Медведь. Бьём гризли. Он плохо поднимается, ты заметил? Убили. Просто я мимо прохожу, мимо медведя, я вижу, на меня кто-то бьет. Я понимаю, что это медведь. Сколько у тебя хп? У меня один раз, да? Я не знаю. А сколько? Я, наверное, весь день буду добывать ресы, а под вечерок построю домик. Опа. Оп. Блин, потихоньку начинает веселить. Я, наверное, прямо сейчас начну домик делать. Как у меня? Идеально, идеально, идеально. Я считаю. Идеально. А, это ты, я подумал, тоже гризли. Я скин. Темный. На богомол не мешай. А, я ничего не успеваю. Я ничего не успеваю. А вечер тупо наступает. Уже успеваем. Так, доделываем быренько домик. Кстати, у меня очень... Учитывая, сколько я его построил, это очень-очень-очень хорошо. Сверлять. Бам. У меня два факела было, я сундука залутал изначально. Да, нет. Бери. Ну, зайди позже сам в дом, а то я боюсь выходить. Знаешь, я... Ну, ладно. Понимаю. Ребята, короче, для вас сейчас пройдет 3 секунды, а для нас целая ночь. Раз, два, три. Итак, ребята, уже восход. Ничего. Голден, наступает день. Все очень круто. Мы очень долго летали. Просто за эту ночь он, короче, полз ко мне, и всю эту ночь он пытался украсть у меня все факела. Ребят. Я смог сохранить один факел, и он у меня его не украл, прикиньте. Трибет. Ну ладно. Так. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Только ненужного нужно узнать детворя. Только ненужного нужно узнать детворе. Малыфарики, фу-фу, малыфарики, фу-фу, малыфарики. Так, делаем красивейший. Да ты обезьяна, дай факела. Боже, мукука. Делать вообще, реально. Оп, оп. Так, выходим. Оп, 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 оп. Ура, бро, 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 бро. Ура, бро, 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 бро. Ура, бро, 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 бро. Ура, бро, бро, бро. Ладно, так. Опа. Опа, опа. Ох. Наверное, мне сейчас надо будет очень-очень. Очень много дерева.
Я погнал. У меня будет классно, она будет в дубль из березы. Понятно. Я решил просто в огромный дом построить, они все объединяются, все. Я решил себе просто в дом построить, они все объединяются, они все. Не, я просто знаешь, как предлагаю? Сделать какой-то типа вот так вот сейчас. Нет, мне попасть легко могу. И тут вот сделать вот такую дорожку, такой тройную, к тебе. Да нет, да там блок есть. Ну там, ведь можно. Короче, макароны есть, может, подъезжать. Так. Так. Вот тут имбовый это сделать, и я сделаю это. Ломаем. Ты умер, ладно, у нас все равно при жизни. Угу. Так. Ты как тут очутился? Как тут очутился? Здесь бомбу ставил. Там бомбу. Понятно. А, я просто нашел. Стой, он нашел! Ребята, вы не представляете, что это где? Ну прямо иди. Туда вот? Да. Ребята, вы не представляете, насколько важно. Короче, ребят, эта штука, это какая-то лампа, с нее падает любой пэт. Любое яйцо. Она очень легендарная. Кто? Спавн катфыс какой-то. А где мы его поселили? Я не понял, где я сдох? А. Мимо проходил такой, да где я умер? О, какая-то штука. Ну, что-то убили, не знаю, что. Да ну ладно. Тебя что, поют там? Ты не понял, где мы? Я не знаю, где еще. Я там срубленные деревья. Но здесь я был. Вопрос. Прям вот что? А вот прям вот что из что? Из этого мода... Блин, эти термиты бесят. Блин, ребят, на самом деле тут очень тяжело добывать еду. Ну, не прям еду, а овец. Ребята, как понять, что там водится анаконда? Увидел 1 миллиард, 7 миллиард, 8 миллиард еды. А зачем я туда плыву, если там анаконда? Ну что, зато иду съем. Какой же я тупой. Скорее всего, за мной уже плывет анаконда. Не скорее всего, плывет, я уверен, честно. Врубаю режим машина. Врубаю режим шахта. Смотрите, что за гигантская рыба снизу. Кто увидел, тот увидел, тот понял. Так, ребята, короче. Надо, блин, забираться. Что ты орешь, Мишка? Да уж, в реальной жизни я бы так ему не сказал. Ну ладно. Страшно. Итак, ребята, наступает ночь и снова. Раз, два, три. Так, моя мать закончится. Ребят, приглашаю вас в гости. Я тебя буду типа гардеробов, типа того. Что здесь будет моя спальня. А здесь будет только мама. Сердце. Да ушел. Эй. Я вообще-то строю загон. Хочешь хапать? Мало. Очень-очень прям. Очень. Почему? Прям вот сейчас сдохну. Я тебе отвечаю. Тебе факела нужны? Ой. Нет. Ладно. Так хочется сломать это дерево к чертям. Ой, я упал. Да, я дерево сейчас помою. Еще я очень хочу найти, конечно, еще такие штуки. Вообще, как я знаю,
Я знаю, что есть не только кувшины, которые мы сейчас нашли, вот эти. Хоть и, кстати, странно, что они почему-то спичили вот так размножены, фиолетово-черные. Но я еще знаю, что есть сундуки, есть лампа Джинни. Я надеюсь, мы сейчас заспавним не птицу, и она просто от нас не улетит. Это будет пипец, если улетит. Что здесь? Что здесь? Просто загон чел. Нет, вот чел-то вот здесь, что за дырки? Где? Вот что это такое. Между загоном, вот тут вот будет проход в загон. А по бокам вот эти дырки хочешь застроить как-то. Давай. Ну просто я хотел красиво, чтобы сделать так вот. Ладно, у меня заборчики... Блин, у меня 30 заборчиков не хватит. 30 заборчиков хватит, не знаю. Ну, это сама. А, сверлят! Сверма! О, еще на питбайках там кто-то гоняет. А зачем вообще вот тут заборчик делать? Это все равно стена. Я боюсь, что это животное умеет прыгать. Что-то попрыгунчик какой-то, блин. Так. Поэтому я лучше сделаю два блока заборчика. Чтобы если он даже прыгал, он не убежал. Так, дай. Можно потом потолок сделать, я через его пока поставлю, ребятушки. Окей. Так, ставлю, наверное, дверку. Блин, вокруг дверки теперь надо все обломать. Ничего. Зато мы будем видеть питомца, знаешь, проходим друг к другу, сразу к питомцу. Мы еще заглянем, что у питомца там. Пэта. Что, спавнить? Пэта? Это рыба. Это килька. Это просто обычная килька, чел. Тупо обычная килька, смотри. Это просто килька. Что с ней взять? Что, килька? Не просто, это треска. Она же мне сделала загон для трески. Ладно, сломали все заборчики. Хотя, стой. У меня же выживание еще найдется какой-то спавн точно. Ну так оставим. О, макарошки соус интересно. Чмай там макарошки, ты имба. Макарошки. Я сделаю себе второй этаж, это я знаю точно. Когда ты не обустроил первый этаж, а уже планируешь второй. Когда нет потолка, то вы планируете уже четвертый этаж. Сагу. Боже, у меня в доме было мол. Что я хочу сделать? Я тупой? Почему я хочу заагрить медведя и завести его сюда? И у нас будет медведь. Вот. Хотя не, он нас будет убивать. Будет жалко. Он будет злым. Боже, Ника. Боже, мне кажется, у нас на моем канале это будет самый большой ролик. Почему? Он уже длится 20 минут. Я планирую снимать какие-то... Ребят, для вас про Майнкрафт, если я не буду залетать, то буду делать часовые серии, если нет, то нет. Надеюсь, хотя бы на этом ролике будет 10 просмотров, потому что мало кто просмотрит ролик на час. Ну, не знаю, попробовать стоит, ребят. Бровка, куда ты пишешь? А, ребята. А я не помню. Честно. Например. Я настолько давно не заходил уже, настолько давно не снимал, я уже даже не помню.
Ну, ребята, у нас тысяча секретов. Секрет есть? Ну, не знаю. Могу сейчас даже посмотреть. Давай, я практически посмотрю. Окей, сейчас посмотрим. Так, я сейчас на телефоне, наверное, посмотрю. Ну, вроде у нас 4 с чем-то. Хм. Да, ребят? Если у нас будет, ребят, больше 4000, где-то 5, я просто офигею, я на 5000 хочу сделать какой-то очень крутой ролик. Если, ну, я уже начинаю его готовить, если честно. Так, ну-ка сделаем, опа. Сейчас, ребята, будем глядеть, сколько вы наподписали за этот. Блин, сколько я не снимал? Я год не снимал. Я не помню, честно. Сейчас глянем. Так, ребята, я тут посмотрел. Вас даже 3000 еще нету. Давайте быстренько набиваем мне. 4000. У меня, наверное, скоро уже будет 4000. Я... У меня? Угу. 3,96. Сколько подписчиков каких-то не подписано? Ну сколько он делает, чтобы без подписочки тебя могут смотреть? Не знаю, это надо. Ну сколько для просмотров? Всего. Всего суммарно? Mm-hmm. Я не знаю как. Это, наверное, надо на планшете смотреть, потому что у меня на телефоне нет канала, у меня другой аккаунт. Ну, короче, у меня там просмотров много очень, я вам скажу. Кстати, ребят, вы заметили, у меня 100 видео ровно на канале? Ну, уже 101, конечно. Это 101 ролик. У меня прошлый ролик был Новый год. Новый год. Новый год, уже лето. Чел. Ладно, так. Вот, двери, я просто пристандовчик тогда только снимал. Все, больше не снимал. Ну сколько месяцев посмотрел для ролика? Сколько месяцев у нас для ролика? Назад? Сколько месяцев? 6 месяцев назад. Полгода! Полгода я не выпускал ролики, чел. Золотая перезапущение здесь. Конечно! Я извиняюсь, ребята, сорян. Как бы надо отдохнуть, но не надо. Вот, 6 месяцев назад, 6 месяцев назад, 6 месяцев назад. Это потом у меня еще был еще перерыв на 3 месяца. 9 месяцев, 10 месяцев, 11 месяцев, 11 месяцев, 11 месяцев. Один год назад, еще один год, еще, еще. Ну и, короче, так пошло все. Ой, все. Что-то мы отстали, да, от Майнкрафта? Пару минут разговора. Ребят, я шутала. Кстати, напишите в комментариях, какой ролик нам взять следующий. По Brawl Stars, или по Майнкрафту, или по стандовчику с этим синим. Мы можем по стандовчику, конечно. Ай, термитик, кстати. Так, ладно, я чуть не делаю термит. Да, там зарядку посмотри, дай мне. Так. Ты богомол. Про канал что-то договорились. Не, ну, я думаю, подписчики не будут писать комментарии, конечно, но если... Сколько у нас комментариев под видео было примерно? Не помню, честно. Ну, хотя бы 10 там было. Вроде нет. Ребят, спустились под ролик. Не просмотрели. Нажали кнопочку «Нравится». Нажали кнопочку «Подписаться». Нажали колокольчик обязательно, чтобы не пропускать это видео новые этого бобра, который не выпускал ролик уже 10 миллиардов лет. Ну и разумеется, ребят, как можно смотреть ролик и написать коммент, который вы хотите. То есть вы нам ставите лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, а мы вам подаем блюдо. То есть вы, видео. Вот представьте, вы заказали в ресторане еду. Вы же, у вас же нету голоса. Вы же ему на языке жестов не показываете, что вы хотите. Так и мне, вы просто напишите, я это сделаю. Что хотите, все организуем. Главное, не бойтесь, пишите. Ну, я не знаю, может у вас там какой-то закон, что нельзя писать комментарии, но вроде такого еще нигде нету. Поэтому быстро спускаемся, пишем комментарии. Любые. Но лучше без хейта. Ну, я
Конечно, можете мне хейтить, чёрт, ну мне все равно, если честно. Ну реально, ну что, они похейтят и все. Даже есть. Похейтят и все, да? Мак, мне что-то хейтить. Да, никто. Не знаю, ну, скорее всего, нет, у меня много очень. Не знаю, ребят. Короче. Ну вот из 4000. 400. Ну ладно. Да, ребят, у нас теперь уже почти 4000-ная семья. Конечно, друзья мои. У нас семья. Просто не читать. Да, ребятки. То, что надо обязательно подписаться на канал, а то не будут выходить таких классных видосиков, да? Конечно, вы представляете, мы для вас трудимся просто. Трудились. И трудимся до сих пор. Начали, продолжаем. У нас сейчас, ребята. У нас сейчас, на нас запись момент, у нас где-то 15 вроде июля. Ну, конечно же, вам будет, думаю, это где-то 22-го, за недельку смонтируют, короче. Он за недельку все сделает. Просто вы представляете, мы снимаем вам часовые ролики теперь. За это, я считаю, надо поставить лайк, и, конечно, колокольчик. Как быстрее не берется, хотя бы столько там, ну, подписчики смогут хотя бы там за пару суток 15 лайков набрать? Не знаю, все зависит от ребят. 15 лайков, выходит новая серия с паркурчиком. Паркуристы? И битва будет, и стендовщики паркурчик будут, и в Майнкрафте паркурчик будет. А также, ребят, в реальной жизни вы увидите моя личка. Везде, в Роблоксе, в Майне, да, и в Роблоксе. Записать. Конечно. И, конечно, напоследок паркур в реальной жизни, мэнчики. Согласен. Так, ладно. Я считаю, мы уже чуть-чуть договорились. Быренька, алло, докидабрышки, бедибабры. Все. Угу. Так, прошло, сколько, ребят, мы уже разговариваем с вами? Мы разговариваем уже с вами. Не бей меня, реально, мы с вами уже говорили. Потом будет сердечек. Да зачем тебе это надо? У нас уже почти это. 10 минут мы с вами разговариваем, это пипец, я считаю. Не, а что, надо провести с подписчиком, профилактику, чтобы они поняли, как спуститься. Вот, смотрите. Окончательно вам говорю. Чтобы подписаться, вы спускаетесь под ролик, там должна быть красная кнопка. Кто даже не умеет читать, просто, ну, вдруг нас... Какие-то там еще меньше люди смотрят, какие-то там первоклассники, не знаю. Спускайтесь, и там просто красный такой прямоугольничек. На него тыкайте, и все. Абсолютно бесплатно. Не требую деньги. Мне они не нужны. Мне это не интересно. И главное, чтобы вы подписались. Вы представляете, как мне кажется, что у него будет хотя бы 10 подписчиков. 10 подписчиков, это просто моя мечта, ребят. Братан, я не могу не читать. Давайте называй так, 10 их набираете. О, давайте до следующего года набирайте 10 тысяч. До следующего года? Ну да, я постараюсь сделать так, чтобы вы это делали. Я тебе благодарю. Павел. Павел? Здесь хорошая камера, там 16К качество, это очень хорошо. Да, да. Кстати, только 3, это только 4К качество. И письмо, братишка, снимать такие ролики. Ребята, если вы хотите, чтобы я снимал ролики на такую имбовую камеру, пожалуйста, помогите мне добить 10 как подписчиков до следующего Нового года. Как по мне, это довольно-таки нормальная цель. Ну что, она уже развилась, 4000 как никак. Ну, а если вроде 15, я ему еще скотичку, да? За 15 еще и скотив, это вообще пипец. Ну да, если не уберется. Могут плюс им еще кафе дать. Пипец. Ладно, ребят. Я пойду добуду деревца. Что же происходит с тиммейтом? Ну, потолок имеется, ребята. Офигеть, шок-контент. Не пока, не пока нет. Давайте сделаем так. Если этот ролик наберет 50 просмотров, то мы снимаем ролик про паркуры. И я спалю. 50? Ты хочешь поставить повыше? Давай, придумай. Нет, нет, мы там 15 лайков снимаем. Он будет 15 лайков. Ну, чтоб. Давайте так, у вас будет 3 ролика набрать кумбарно. 500 просмотров. За 3 ролика, ребят, 500 просмотров, и он спалит свое лицо. Нет, не только будет, что... Нет, это будет еще в следующей серии. У нас еще 3 ролика. Будет кое-что другое. Ребята, что будет? Первое, я покажу нашу настоящую карту, которую мы очень часто играем. Да, это имбовая карта.
Ну, мы там, возможно, давайте. И поиграем втроем на своем будущем шоу. Ну, а там же, ребятки, что у нас будет? Вот, расскажу там, что у нас будет. Что, у нас будет еще? Да. Наверное, мы сможем поиграть еще на другой карте. Сыграем в голос и... Не знаю, ну, мы попыхаемся, возможно. Ты не угадал. Ребята, я тогда вообще не знаю, что будет. Что будет? Это будет просто один ролик по стендов. Типа, Ой, стендов. Который я могу чисто перекинуть с ним, мы будем разыгрывать в этом ролике. Постараемся выпустить очень попарно, монтировать анимацию, возможно, там выпустить. Анимацию? Да, я целую анимацию. Я постараюсь вам не делать, но целую анимацию. Да. И по ней, если вы наберете, давайте, 100 подписчиков, то... После этой анимации наберем сколько... И да, и в комментариях вот анимации будет. Что? Правильно, разыгрывается 10 долгих стендов. Да, тут. Чтобы просто получить, напишите свою айдишку. И все. Нет. Пишем айдишку, и мы выбираем случайно... Абсолютно. Случайно. Рандомно. Добавляем его в друзья, и если он не объявится в сети до следующего ролика, то мы просто запишем ролик, в котором напомним. Мы выберем его другого. Ну да, скорее всего, давайте лучше выберем. А, ну куда напишите комментарии, потом... Ну, напишите, это уже, конечно, а может, скоро. Ну, смотря, как вы быстро наберете. Наши ребят, видите, у нас... Мы уже не будем снова... Всем быстрее вы наберете 5 выборов, ну, всем быстрее. Что? Правильно, видите, как это? Анимация. Анимация? Ну, у нас же стоят планы, мы опять на полгода не будем пропадать. Я уж точно. А ты? Постараюсь появляться в этой канале почти. А скоро будет и вам летом больше у вас. Там будем на серверах играть. Воу. Кстати, Golden Dynamics, как тебя вообще можно называть? Давайте Dynamics. Dynamics. У меня к тебе вопрос. Небольшой. Давайте. Давайте. Ты планируешь? Создать свой канал. Ты потратил еще одну жизнь. Планируешь? В принципе, думаю, да. Ну, блин, у меня были каналы, где мне не особо это получалось. Ну да, там уже поможем Дэнсу в случае. Я, наверное, твой меч забрал, да? На. Да. Вот, я кинул. Я надеюсь, скоро у тебя появится, и вместе будем записывать ролики. Так, еще я бы, знаешь, что сделал? Я бы под мостиком нашим сейчас что-то построил. Ой, блин, топор сломанный. У тебя есть каменный топор? Есть, на двоих. Где? Спасибо. Что-то мы реально уже заговорились. Надо продолжать играть. Ну, что, разговоры полезные. Для удара. Как термиты? Больно. Одну сестричку. Так, ладно. В принципе, мне надо готовиться. Так, я тут! Мистер Кирилл! Мистер Кирилл? Угу. Это вы? Угу. Так, я сейчас чуть-чуть переместился в другое место. И сейчас, наверное, застопается видео. Но ничего. Так, ребята, добываем деревца. Оп, 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 оп. Так, оп. Да, как у нас уже такие, мы как-то тупо развиваемся. Да, как-то стали слабо развиваться. Кстати, Кирилл, как думаешь, сколько у нас идет уже ролик? Сейчас. К сожалению, сейчас 37 минут. Думаю, ребят, где-нибудь на 50, на часе мы будем останавливаться. И мы подостанем, и вам будет долгая серия. То есть в этой серии мы чисто строим дом. Чисто от начальный дом. Мне кажется, что мы называем эту серию. Строим дом. Вторая серия. Второй серии мы, наверное, будем уже... На шахту, на шахту. Пойдем в шахту, а в третьей серии будет просто месиво. Мы пойдем искать алмазы. Да. Да, мне кажется, второй бомб вам нравится. Так, ну, ребят, мне кажется, мы... что думаем? Мы, наверное, вот вам запишем этот ролик, потом, а потом мы, наверное, запишем сразу следующий ролик и отмонтируем, постараемся два.
Вам сразу было на дня 3-4 уже. Кстати, сейчас, стойте. Абракадабра, Денус, Пирамбра! Чё, ладно. Попробуем другую магию. Щикам, фикам, сука, пурака! Блин. Ну ладно. Я себе, походу, день вроде. Вот другую магию сделаешь! Какую? Ну, не знаю, там хотя бы день был. А, ну ладно. Денус восходятус. Вот. Денус восходятус. Вроде день. Это больно. Блин. Фиг магию нашел. Подходящую. На 55. К сожалению. Брёвин. Хоу-хоу-хоу. Кстати, Кирилл. Если, кстати, подписчики захотят, то мы в карте про паркур можем сделать паркур в Бравле, создать карту. А на Мика? На Мику уж точно. Кстати, можно реально, ребят, зайти в нуб. У меня просто нету. У тебя есть Мику? Нету. Ну вот. Зайдем, короче, и построим паркур в Бравл Старс. Так, да, наверное, построим карту в Бравле. Просто случайно поставил нитку. Так, что мне вообще надо делать? Что мне вообще реально делать? Я отправляюсь в великое путешествие! Да, подготавливай ресурсы. Понятно. Да. Эх, на самом деле, как же круто тут играть. Птички. Сейчас бы по... Да, вообще? Точно! Я собираю на вор подготовку шахту. Хорош. А я хочу нам сделать пир. Делай. Так, во-первых, нужно шахту. Спидрампа. Мне сразу нужно хотя бы дерево... хотя бы 16 дерева, наверное. Дерево, думаю, не хватит. Можно будет. Так, начинаем делать пирс. Пирс. Оп. Блин. Бесит. Кто? Кобра? А, не, пиранья. Кобра не может быть. Вряд ли это комбо. Комбо. Хомячок. Профлю. Я тоже. Сколько ты натапал? Никакая. Как же привлечав. А я недавно скачал. У тебя какая? 615 тысяч. В час прибыль. У меня 128 тысяч в час. Я играю с хомячком меньше недели. Я играю ровно 9 дней. Мне завтра 5 лямов дают. 10 день. Не, я просто каждый день, знаешь, что я в последнее время не играю, я просто захожу комбо и ежедневку получаю, и всё. А, 4 леги, да? Да, кстати, лег буфает, или как там, или этот как? Чё? Да, а ты как комбо делаешь? Типа, лего? Чтобы 5 лямов получить? Да, я просто смотрю какой-то ролик, любой, рандомный. Хоть с Гугла, хоть с Ютуба, хоть с телеги, просто... Три ролик, в котором типа комбо ежедневку и все. Боже, нас теперь буду считать обезьянами. Натапал хомяка. Лучок. Ребят, нет, просто, наверное, хочется, чтобы было больше комментирования, но на самом деле у меня уже голос болит. У тебя? Ну, тебе нормально, ты меньше, да, говоришь? Не, по кайфу.
Не, мне уже чуть-чуть начинает горло побаливать, и мне, наверное, реально уже через минут 10 будем кончать этот ролик. Надо уже передохнуть. Да и тебе передохнуть, ты мне будешь помогать монтировать. Не помогай, я буду монтировать. Да что ты палишь? Короче, он какое-то имбовое приложение знает про монтирование, и он вообще киберспортсмен по монтированию. И вот, и он будет мне монтировать. Да, ребят, будете оценивать монтаж моего друга. Я, в принципе, уже все себе дома сделал. У меня уже немного совесть. У меня тут есть ферма своя, они не едят. Ай. Да я не могу в стойке делать, пишешь, меня пиранит. Че у тебя там? Я дом застроил. Ну, только вставать нужно. Да, блин, я даже не хочу этот пиджак продолжать делать. Что-то вообще пипец. Подолжу. Даже не вздумай за мной, тут пиранья тупая. Тут убить пауков и получить с них нити легче, чем на человек. Да. Нет. Нет, как это возможно? Одна жизнь вроде осталась. Чего нет? Тоже. Ребята, у нас только первая серия осталась одна жизнь. Ну, во-первых, мы строили дом, у нас не было укрытия. У нас не было, то есть, банального вещей. Когда мы пойдем в класс, у нас хотя бы будет железная броня. Ну, думаю, у нас уже будут шансы в раз 5 здесь. Ну да. Так, Пересокончил. Да, они всегда глупо видео глухого записать, кое-чем сейчас. Я могу тебе потом порезать, потому что я кое-что нашел. Окей, давайте. Вы все увидите с планшета моего друга. Я просто не глупо сразу нашел. И сюда. Сейчас я посмотрю в его планшет. Он нашел крепость и портал в ад. Стой. Ребята, я сейчас. А идет сейчас запись моего лица. А, да. Сейчас от меня идет запись. Ну да, это видео, что я. Я просто сейчас, знаешь, что я сделаю? Я, наверное, я же могу поставить точку появления в мире? Ну, по идее, да. Я надеюсь, я сейчас поставлю, короче, точку появления в мире, это у нас на мосту, чтобы если мы сдохли, потому что я сейчас к тебе пойду, я честно тебе говорю. Кто? Кто это был? Ребят! Я осталась последняя жизнь, как бы. И я не знаю, куда бежать. Домой? Нет. Ладно, это сейчас Албунчирфу. В доме ты сейчас у меня появился. Ты его по сторону ты вообще бежал? Вроде. Не, короче, я помню, так тебя для. Задай точку позвони. Я, короче, подбегу вам. Да ладно, я заставил. Подбежали, наверное, вместе, что? Там уже твоего лица, да, да, кстати, ты вообще записал тот момент? Короче, я упал в лаву. Чел, ты записал тот момент, как ты видел? Да, я упал в лаву, я начал жестко бежать к воде, и, короче, я разбился. Ай. Я знаешь, что... Я был в пару блоках от воды, бро. Ай-я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 й-
Мне очень мало процентов. Нереально мало. А? 2%? А как? Все, это тяжело управлять. Все, ладно. Одновременно одышка. Я предлагаю сейчас, если мы найдем башню,
и портал. Ты, кстати, позицию запомнил? Да. А. Если мы найдем сейчас башню портал, а будет пати, хотя там это же рейд, да, будет у нас. Ну, короче, залутать и уже потом снимать новую часть. А ты, кстати, сразу будешь монтировать или потом? Не знаю, ну. Сейчас прибежала. Так, ты прибежал к нему? Примерно для того здесь это было в импорте. Вон, башня. Что, ну даже мечами? Ой, я вижу, да. Видишь, где-то ждал. Ага, вот портал. Ну, лох ты. Что могу сказать? Боже, у меня прогрузку надо повысить. Плыви там, анаконда. Дерево сакура! Моя мечта. Да, мой краш. Я надеюсь, в бастионе не слишком много разбойников. У нас же все-таки, ребята, врублено не мирно. А я вам последний вид осталось. Пипец. Так, я уже помираю. Помираю, побегаю. Что за уа-уа-уа? Уху! Турун! А, на меня напал разбойник. А ребята меня пытаются убить. Иди отсюда. У меня флаг. Тупой. Флаг? Да. Мне давай сердечко. Ползи, иди ко мне, иди ко мне. Тупой разбойник, плыви, плыви сюда. Он просто не выбрался, а я сейчас его тут законтрю. Нужно место, чтобы его забайтить. Сейчас. Мне просто он очень нужен. А, вот он. Что, заходи, заходи, стой, стой, стой. О! Да, у меня постоянно, у него еще две жизни, у меня одна жизнь. У нас 5 жизней? Да. Уф. Я просто не смотрел, что у нас 5 жизней будет. Теперь постоянно у нас у меня одна, у него две. Ну, короче, не знаю, что вы это будете делать, я останусь дома. Мне кажется, первая серия довольно достойна, но мы ее уже закончили, как по мне. Мне кажется, да, мы уже достойно отыграли эту серию и будем... Я остался без вещей. Мародеров всех этих следующей серии. Да. А на этом спасибо за просмотр и всем пока-пока.